Продолжение следует...
Начальник общевойсковой академии генерал-лейтенант Романчук. Вольно! Вольно! Владимир Владимирович, участник парада 41-го года. Вот у меня вот это даже записка может. Президента не задерживает. Да. Здравия желаю. Спасибо, спасибо. С праздником. С праздником. Храни вас Господь. Спасибо вас, Саша. Товарищ главнокомандующий. Я защищен вашей операцией в Крыму. Слава. Молодец. Спасибо большое. Отпусти, отпусти человека. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Во знаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне парад победы!
Парад! Под государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! На кра! У! Более 60 лет военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка под музыку песни Александрова «Священная война» вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Эта песня на стихи Лебедева-Кумача стала символом несокрушимой воли народа, вставшего на защиту Родины и победившего вероломного врага. Сегодня государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы в надежных руках лучших военнослужащих полка, сержанта Ивана Шипицына и рядового Артема Степаненко. Возглавляют знаменные группы майор Алексей Рукленко и старший лейтенант Виталий Шипилов.
Парад! Смирно! Для встречи слева! На край! Военный парад принимает министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменовании 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Салюков. Начинается объезд парадных расчетов войск. Впервые парадные автомобили министра обороны и командующего парадом представлены кабриолетом «Аурус», разработанным на базе новой российской автомобильной платформы в научном центре НАМИ. По своим техническим возможностям автомобили соответствуют лучшему мировому уровню. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ министр! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! За последние годы вооруженные силы России приобрели новые качественные характеристики. Российская армия – надежный гарант суверенитета и независимости государства, достойно решает свою главную задачу – обеспечение защиты нашей Родины. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Неуклонно растет уровень боевой подготовки военнослужащих Вооруженных сил России. К
2018 году проведено более 18 тысяч мероприятий боевой подготовки различного уровня. Осуществляется освоение новых образцов вооружения и военной техники. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Продолжается перевооружение российской армии. За 2018 год получено 4500 единиц современной военной техники. Среди них 800 танков и БМП, более 270 самолетов и вертолетов, свыше 50 зенитно-ракетных систем и комплексов, 34 корабля. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны завершил объезд войск и направляется для доклада президенту Российской Федерации, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Войска Московского гарнизона параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Вольно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы, с Днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы. Ради нее они воевали и трудились, прошли жертвенный путь нечеловеческих испытаний, несгибаемой твердыней стояли в пекле сражений. Все выдержали. Отдали все, что могли, и добились, выстрадали победу. С каждым годом мы все больше, острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного подвига. Осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину,
стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы. В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте победа над фашизмом, возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут также в считанные недели подмять под себя и Советский Союз, тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло. Да, после вероломного вторжения врага на нашу территорию были и поражения, и отступления, и тяжелые потери. Но это не сломило Россию. Уже к началу июля 41-го в строй встали более 5 миллионов бойцов. Десятки тысяч добровольцев ушли в народное ополчение. Под шквалом огня на восток были вывезены сотни крупных заводов. И в невиданно короткие сроки производство было восстановлено на Урале, в Поволжье, в Сибири. «Все для победы» стало девизом тыла. Именно здесь и был открыт наш второй фронт, трудовой и героический. Его могучий арсенал действовал безотказно. Победа ковалась всем народам. Одним из первых подлый, внезапный удар захватчиков принял гарнизон Брестской крепости. Бились до последнего. Оставили потомкам на стенах цитадели надписи, от которых и сегодня перехватывает дыхание. Они звучат для нас как клятва и как наказ. Умираю, но не сдаюсь. Подвиги российских воинов в наши дни говорят о том, что этот наказ не забыт. Эта клятва принято на вооружение сегодняшним поколением защитников Отечества и является главным залогом абсолютной надежности и непобедимости русского оружия. Именно так думали и так поступали в годы Великой Отечественной войны миллионы людей, сражаясь за Родину в решающих битвах под Москвой и Сталинграде, на Курской дуге и на Днепре. Победа добывалась отвагой участников обороны древних русских столиц – Киева и Великого Новгорода, неустрашимостью защитников Смоленска, Одессы, Севастополя, беспредельной стойкостью жителей блокадного Ленинграда. На каждом плацдарме, на каждом рубеже совершались подвиги огромной духовной силы и часто совсем молодыми людьми. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза более половины – бойцы до 25 лет. Многие уходили на фронт прямо со школьной скамьи и навеки остались там, на передовой. Не узнали счастья любви, семьи, рождения детей. Солдаты своей страны не жалели жизни ради ее свободы, ради мирного будущего. Ради каждого из нас. Мы никогда не забудем их мужество и самопожертвование. Ту непомерную цену, которой была оплачена победа. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами. Объявляется минута молчания.
Дорогие друзья, память о Великой Отечественной войне, о ее правде – это наша совесть и наша ответственность. Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков. Наш святой долг – защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять победу, которая была и остается одной на всех. Уважаемые товарищи, уроки, прошедшие войны, по-прежнему актуальны. Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших вооруженных сил, оборонный потенциал самого современного уровня. Будем и дальше укреплять престиж ратной службы, авторитет солдат и офицеров, защитников Отечества. Вместе с тем, Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов на деле противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение. Мы призываем все страны осознать нашу общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности. Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе, неисчислимые страдания. Мы ничего не забыли, все помним и свято чтим доблесть солдат Победы. Это именно в их честь наши военные парады, гром салютов и колонны бессмертного полка. День Победы всегда сближает, роднит все поколения, открывает сердца навстречу друг другу. Сегодня мы не скрываем своих эмоций. И эти искренние чувства объединяют сегодня всю Россию. Мы гордимся нашей сплоченностью, рады, что вместе с нами дети и внуки, что можем передать им священную память о героических свершениях наших отцов и дедов. И быть уверенными, что их подвиг, их победы будут жить вечно. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Торжественному маршу! Побатальонно!
на одного линейного дистанции. Первый батальон прямо, остальные направо. На плечо. Равнение направо. Шагом марш! Начинается торжественное прохождение парадных расчетов. Возглавляет военный парад генерал армии Олег Соляков. Более 80 лет торжественное шествие войск на Красной площади открывает рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища Министерства обороны России имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Возглавляет парадный расчет начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Красные площади проходят знаменные группы Знамени Победы, Государственного флага Российской Федерации и Знамени Вооруженных сил России. Знаменные группы сопровождает рота почетного караула в составе взводов сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. На Красной площади юные участники парада. Перед трибунами проходит рота Московского Суворовского военного училища. Командует парадным расчетом подполковник Сергей Зоричев. Тысячи офицеров с благодарностью вспоминают своих учителей, воспитавших в них высокие качества защитника своей родины. На Красной площади Тверское Суворовское военное училище. 75 лет назад его стены первыми приняли для обучения и воспитания мальчишек военной поры. Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляков. Более 17 тысяч воспитанников училища носили на плечах алые погоны, с гордостью называя себя «Я суворовец». По Красной площади проходит парадный расчет Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Владимир Бураков. Юным нахимовцам предстоит высоко нести честь морского офицера, продолжать традиции, заложенные прославленными российскими флотоводцами. На Красной площади юные моряки единственного в России Кронштадтского морского военного кадетского корпуса. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Николай Довбешко. В едином строю отличники учебы, те, кто умножит славные традиции и победы военно-морского флота России. На брусчатке Красной площади юные росгвардейцы, воспитанники Московского президентского кадетского училища войск Национальной гвардии Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник училища полковник Николай Перепечин. Впервые на Красной площади воспитанники кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского. Возглавляет парадный расчет полковник юстиции Игорь Александров.
На Красной площади парадный расчет военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Возглавляет парадный строй летчик-космонавт, герой Российской Федерации Роман Романенко. Созданное Министерством обороны юнармейское движение насчитывает в своих рядах уже более 500 тысяч юношей и девушек. На Красной площади полк сухопутных войск Вооруженных сил России открывают прохождение слушателей общевойсковой орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменный орден Суворова Академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет начальник Академии генерал-лейтенант Александр Романчук. В составе парадного расчета представители современной командной элиты Вооруженных сил России. Большая часть слушателей Академии уже имеет боевой опыт. Проходит парадный расчет военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. Дважды краснознаменный, орденов Ленина и Октябрьской революции, двух орденов Красной Звезды, военный университет в этом году отмечает 100-летний юбилей. Университет является единственной в стране высшей военно-гуманитарной школы, ведущим центром подготовки специалистов военно-политической работы. Торжественным маршем по Красной площади проходит военная ордена Ленина Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-лейтенант Андрей Топоров. В стенах Академии прошли обучение свыше 70 тысяч военных специалистов материально-технического обеспечения. Более 115 выпускников Академии стали героями Советского Союза, Российской Федерации и социалистического труда. Перед трибунами проходит полк Воздушно-космических сил России. Их представляют офицеры и курсанты военно-воздушные ордена Ленина и Октябрьской революции, дважды краснознаменный ордена Кутузова Академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-полковник Геннадий Зебров. Сегодня Академия готовит офицеров по 54 специальностям с использованием самой современной учебно-материальной базы, новейших и перспективных образцов авиационной техники. Академия по праву гордится своими выпускниками, оставившими заметный след в освоении воздушного пространства и космоса. Более 1500 выпускников Академии в различные годы стали героями Советского Союза и Российской Федерации. На Красной площади краснознаменная военно-космическая академия имени Можайского. Парадный расчет возглавляет начальник академии генерал-майор Максим Пеньков. Основным направлением деятельности академии является подготовка военных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк Военно-морского флота России. В строю курсанты военно-морской, орденов Ленина, Октябрьской революции и Ушакова, Академии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Ильяс Шигапов. За годы существования Академии в ее стенах получили образование тысячи флотоводцев и морских инженеров. Более 360 выпускников стали адмиралами и генералами. Более 30 выпускников стали героями Советского Союза, Российской Федерации, социалистического труда. На Красной площади курсанты Севастопольцы Черноморского, высшего военно-морского ордена Красной Звезды, училища имени Нахимова,
Возглавляет парадный расчет начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич. Выпускниками училища являются более 18 тысяч морских офицеров. Более 20 выпускников носят высокое звание Героя Советского Союза, Российской Федерации и социалистического труда. В парадном строю морские пехотинцы 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригады Балтийского флота. Возглавляет парадный расчет гвардии полковник Андрей Лазуткин. Свой прославленный боевой путь в годы войны бригада начала под стенами Сталинграда, а закончила на Эльбе. Семь героев Советского Союза и Российской Федерации навечно вписаны в историю бригады. На Красной площади 61-я отдельная Киркенесская краснознаменная бригада морской пехоты береговых войск Северного флота. Во главе парадного расчета полковник Кирилл Никулин. Беззаветная отвага, высокая доблесть, личное мужество – в этом сила прославленного соединения. В рядах бригады выросло 10 героев Российской Федерации. На все времена девиз морской пехоты России – «Там, где мы, там победа». Каждым годом растет число девушек, желающих связать свою судьбу с российской армией. Мимо трибун проходят лучшие представительницы военной академии связи, курсанты военного университета и Вольского военного института материального обеспечения. Возглавляет расчет полковник Елена Михейкина. Под руководством майора Екатерины Ряховой проходят представительницы военно-космической академии и курсанты военной академии воздушно-космической обороны. Сегодня в рядах вооруженных сил проходят службу более 3000 офицеров женщин. На Красной площади полк ракетных войск стратегического назначения. В его составе офицеры и курсанты орденов Ленина, Октябрьской революции, Суворова, военная академия имени Петра Великого и ее серпуховского филиала. Возглавляют парадные расчеты начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер и начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов. В академии и филиале готовят офицерские кадры для эксплуатации всех типов ракетных комплексов, включая новейшие с тяжелой ракетой «Сармат» и ракетой с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард». Они позволяют гарантированно решать задачи безопасности и суверенитета Российской Федерации и ее союзников. 17 декабря ракетные войска стратегического назначения отметят свое 60-летие. Площади полк воздушно-десантных войск открывают прохождение воинов-десантников курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова. Возглавляет парадный расчет начальник училища генерал-майор Алексей Рогозин. Более 100 лет училище готовит офицеров для крылатой пехоты. За эти годы из стен училища вышло более 50 тысяч выпускников. На Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. В этом году полк отмечает 75-летний юбилей со дня формирования. Во главе парадного строя командир полка, герой России, гвардии полковник Владимир Селиверстов. В руках десантников автомат АК-12. В ноябре этого года страна отметит 100-летний юбилей легендарного конструктора Михаила Калашникова.
Перед трибунами проходит парадный расчет военной полиции вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет парадный строй полковник Сергей Долгилин. Военные полицейские достойно представляют вооруженные силы России в Сирийской Арабской Республике. По Красной площади проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Парадный расчет возглавляет полковник Игорь Орлов. Более 150 лет военные железнодорожники обеспечивают бесперебойное снабжение войск, развивают железнодорожную сеть страны. На главной площади страны краснознаменная ордена Октябрьской революции военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. Выпускники академии достойно продолжают традиции фронтовиков. Впервые на Красной площади представители крупнейшего полицейского вуза страны, Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени Владимира Кикотя. Парадный расчет возглавляет начальник университета, генерал-лейтенант полиции Игорь Коровиченко. Более 80 тысяч выпускников университета успешно несут службу в органах внутренних дел Российской Федерации. По брусчатке Красной площади проходит парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России, который возглавляет начальник Академии генерал-лейтенант Виктор Панченко. За время своего существования Академия подготовила более 5000 специалистов в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Каждый выпускник Академии несет в своем сердце девиз МЧС – предотвращение, спасение, помощь. На Красной площади парадные расчеты Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Открывает прохождение парадный расчет отдельный орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Во главе парадного строя генерал-майор Дмитрий Черепанов. В этом году прославленному соединению исполняется 95 лет. На главной площади страны парадный расчет Саратовского военного ордена Жукова краснознаменного института Росгвардии. Возглавляет парадный расчет генерал-майор Сергей Мухаед. Из стен института вышло более 40 тысяч офицеров внутренних войск и Национальной гвардии. На марше Московский пограничный орден Октябрьской революции краснознаменный институт ФСБ России. Возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. За годы существования вуза подготовлено свыше 50 тысяч офицеров пограничных войск и органов безопасности. Войска Западного военного округа на главной площади страны представляют воины Московского гарнизона. Открывают прохождение военнослужащие прославленной 2-й гвардейской краснознаменной орденов Октябрьской революции Суворова Таманской мотострелковой дивизии. Возглавляет воинов-таманцев командир дивизии полковник Евгений Никитин. За проявленный героизм, самоотверженность и боевые подвиги в сентябре 41 года дивизия в числе первых удостоена высокого звания гвардейская.
Красной площади парадный расчет 4-й гвардейской кантемировской ордена Ленина краснознаменной танковой дивизии имени Андропова. Командует парадным расчетом командир дивизии полковник Владимир Завадский. За годы войны танкисты прошли боевой путь от Воронежа до Праги. 37 военнослужащих дивизии стали героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. На марше парадный расчет 27-й отдельной гвардейской краснознаменной Севастопольской мотострелковой бригады во главе с командиром бригады полковником Дмитрием Аксеновым. В годы войны личный состав бригады освобождал Северный Кавказ, Крымский полуостров и Прибалтику. Сегодня бригада является передовым соединением Западного военного округа. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового орденов Жукова Ленина Октябрьской революции краснознаменного училища. Командует парадным расчетом подполковник Дмитрий Лысов. За прошедшие 100 лет из стен учебного заведения вышло 5 маршалов, свыше 600 генералов. Более 100 выпускников училища носят высокое звание Героев Советского Союза, Социалистического труда и Российской Федерации. Тысяча военных музыкантов под руководством заслуженного артиста России генерал-майора Тимофея Маякина обеспечивают музыкальное сопровождение парада. Под звуки флейт и барабанов музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. В ее составе более 130 единиц современной боевой техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей российской армии. Открывает парад техники легендарный танк Т-34 под командованием старшего лейтенанта Сергея Громова. Колонну бронированной колесной техники Вооруженных сил Российской Федерации представляют автомобили «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет» и «Корнет», а также бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тайфун» с колесной формулой 4×4. Возглавляет колонну капитан Константин Фукс. На Красной площади колонна боевых машин пехоты «Курганец-25» и «БМП-3» 27-й гвардейской севастопольской краснознаменной бригады, предназначенных для передвижения мотострелковых подразделений и огневой поддержки их на поле боя. Возглавляет колонну майор Игорь Матвеев.
Красной площади проходит колонна современных образцов российской бронетехники. Танки Т-14 «Армата» и боевая машина поддержки танков «Терминатор». Во главе танковой колонны капитан Андрей Батурин. По Красной площади проходит парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой 3-жды орденоносной Таманской дивизии. Во главе парадного строя танкистов капитан Андрей Сериков. На вооружении танковых подразделений соединения стоит основной боевой танк Т-72Б3 с комплексом динамической защиты. На Красной площади парадный расчет 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской краснознаменной ордена Кутузова дивизии, парадный расчет боевых машин десанта и многоцелевых бронетранспортеров возглавляет майор Денис Бушков. В ходе учений боевые машины подтвердили высокие скоростные и огневые возможности. Артиллерии сухопутных войск представляет колонна 236-й артиллерийской бригады в составе 152-мм самоходных гаубиц М-100С. Колонну артиллеристов ведет майор Виталий Толочко. По своей огневой мощи, скорострельности и подвижности артиллерийский комплекс остается одним из лучших в мире. На Красной площади дивизион ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской ракетной бригады, имеющий 7 боевых орденов, и дивизион реактивной системы залпового огня «Смерч» 79-й гвардейской реактивной новозыбковской 3-жды орденоносной артиллерийской бригады. Во главе парадного расчета майор Александр Моисеев. До сих пор никто в мире не смог достичь уникальных технических возможностей этих ракетных комплексов. На Красной площади парадные расчеты подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск. Возглавляет колонну подполковник Максим Вороной. В колонне зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» 538-го гвардейского Тарнопольского ордена Александра Невского полка и БУК-М2 лучшего соединения сухопутных войск 35-й зенитной ракетной бригады. Комплексы ПВО позволяют отражать массированные удары средств воздушного нападения с любых направлений. Парадный расчет воздушно-космических сил России представляет 612-й гвардейский киевский 3-жды краснознаменный орденов Александра Суворова и Богдана Хмельницкого зенитный ракетный полк. Колонну зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» возглавляет майор Михаил Смирнов. Тульские оружейники создали уникальный оборонительный противовоздушный комплекс для борьбы с любыми типами летательных аппаратов и ракет. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 549-го краснознаменного зенитного ракетного полка под руководством майора Владимира Якунина. Комплекс «Триумф» способен поражать все средства воздушно-космического нападения противника. С каждым годом растет количество стран, желающих защищать свое воздушное пространство с помощью ЗРК С-400.
По Красной площади проходит механизированная колонна Росгвардии. Возглавляет колонну капитан Виктор Карпов. На вооружении подразделений сил специального назначения бронированные автомобили «Патруль» и «Урал», позволяющие личному составу Росгвардии в кратчайшие сроки выполнять задачи и реагировать на изменяющуюся обстановку. Проходит специальная техника военной полиции Министерства обороны России. В ее составе универсальные автомобили повышенной защищенности «Тигр-М», «Тайфун-К» и «Тайфун-У». Во главе парадного расчета майор Павел Максимов. Специальная техника позволяет военным полицейским успешно выполнять широкий спектр специальных задач, подтверждая свои высокие эксплуатационные характеристики. На Красную площадь выдвигаются автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярос» 54-й гвардейской ордена Кутузова дивизии ракетных войск стратегического назначения. Командует парадным расчетом подполковник Роман Бакшин. Ракетное соединение, вооруженный комплексом «Ярос», составляет основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкают парадный строй боевой техники колесные боевые машины пехоты «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Завершают парад совместным выступлением военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, суворовцы Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова, музыканты оркестра Московского гарнизона и девушки-курсанты военного университета. Командует девушками-курсантами полковник Олеся Пука. We'll be right back.
Музыку марша «Прощание славянки» военнослужащие покидают Красную площадь. Парад победы завершен. Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Да здравствует 74-я годовщина Великой Победы! Ура! Начальник общевойсковой академии генерал-лейтенант Романчук. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник военного университета генерал-лейтенант Мишуткин. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник военной академии материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Топоров. Здравия желаю. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник военно-воздушной академии генерал-полковник Зебров. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник военно-космической академии генерал-майор Пеньков. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник военно-морского политехнического института, капитан первого ранга Шигапов. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник Черноморского военно-морского училища, контр-адмирал Гринкевич. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, командир 336-й гвардейской бригады морской пехоты, гвардии полковник Лазутин. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, командир 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота, полковник Мазурин. Товарищ верховный главнокомандующий, командир парадного расчета военнослужащих женщин, полковник Кейтман. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, командир парадного расчета майор Ряхова. Здравия желаю. Товарищ главнокомандующий, начальник военной академии ракетных войск, назначение генерал-лейтенант Сивер. Здравия желаю, верховный командующий. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник филиала военной академии РВСН, генерал-майор Морозов. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник Рязанского гвардейского расчетного командного училища, генерал-майор Рогов. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, командир 301-го гвардейского маршрутного полка, гвардии полковника Сверху. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, командир парадного расчета военной полиции, полковник Долгин. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, командир 38-й отдельной дорожной бригады, полковник Орлов. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник военной академии радиационной, химической и биологической защиты, генерал-майор Емельянов. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник Московского университета МВД России имени Лавриковича Кикотя, генерал-лейтенант Кириллович. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник академии гражданской защиты МЧС России, генерал-лейтенант Пальчиков. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, командир отдельной дивизии Росгвардии, генерал-майор Черепанов. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник Саратовского военного института Росгвардии, генерал-майор Каев. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник Московского пограничного института, генерал-майор Кис. Товарищ верховный главнокомандующий, командующий 1-й танковой армии, генерал-майор Кис. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, командир 2-й мотострелковой дивизии, полковник Никитин. Здравия желаю.
Товарищ верховный главнокомандующий, командир 4-й гвардейской танковой дивизии, гвардии полковник Завадский. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, командир 27-й Московской бригады, полковник Аксенов. Здравия желаю. Товарищ верховный главнокомандующий, командир парадного отчета Московского командного училища, полковник Лосов. Здравия желаю. Спасибо. Товарищ верховный главнокомандующий, начальник механизированной колонны, полковник Циндяйкин. Это парадный отчет, полковник Лосов.
Спасибо.